приемник по схеме Ванюша. Вот просто кусок провода, повешенный на тумбочку, без конденсаторов, без ничего. Вот к разъему тюльпану и тюльпан сюда. Вот принимаем радиолюбителей на 3 мегагерца. Посмотрим, как работает. Блок питания, ну, аккумулятор, два аккумулятора, один на УНЧ, второй на приемник. Вот, в доме под железной крышей. Это вот на комнатной антенне. Вот, и даже шумодав не нужен. Регенеративный приемник уже со встроенным шумодавом. Вот, я сейчас не трогаю, корреспондента одного еле слышно. Сейчас вот включатся люди поближе, погромче, и будет слышно. Сейчас договорит корреспондент. Слабый. Сейчас я его еле-еле слышу. Вот. Гуляет прохождение. Час 5 утра. Если рамку побольше сделать, будет вообще хорошо. Я чуть-чуть чуйки добавлю. Так, кто там еще есть?
Он еще рядом стоит по частоте. Так, кто там еще есть? Вот еще кто-то есть, но мне не хватает. КПЕ до них дотянуться. Типа не то пальто было принято, не то пальто. Сейчас оно где полностью раскрыто, тогда нам все равно как бы чуть-чуть то ли. Мне кажется, я на свои наушники слушаю все. Читается 5 баллов. Самое главное, что она полностью раскрыта. И хоть конденсаторы стал, хоть такие, хоть всякие, блядь, дела нету и все. Пока я ее не раскрыл, один каскад не крутнул и все. И сразу дело, видишь, пошло. Принято. Чуть один каскад задавил и на том и все. Да, конечно, ору не хватает. Так, кто там еще есть? Друг на друге работают. Выключатель есть и прием. Ну, кто вам подходил кратко?
если тебя включу, то на мачту заражу. Пусть право от аэропортовой тебе, чтобы тут по месту попадать, я нет, мы успеем. А тут станция, но... Бронепульса понимал этот... Самовар. Четыре района. Скажи, с какой город это что-то не просут? То ли Казань ты сказал, то ли... Понимал бронепульс до 6-го района. На приеме. Короче, вот такие вот дела. Вот так вот. Комнатная антенна. Вот, чтобы не сомневались. Вот я ее сдергиваю, кладу здесь на пол, и прием пропадает. О, помехи пошли от телефона. Вот. Все. Ничего не принимает. Просто вот так вот. Катушки связи внутри стоит. Контурная катушка, ну, основная входная цепь. Катушка связи 5 витков. И вот к ней просто кусок произвольной длины. Можно больше, можно меньше. И прием сумасшедший. Вот даже в доме под крышей. Здесь компьютер, здесь телевизор, куча техники, лампочки, экономки. И никаких помех. Вот прием в доме отличный.